Еще одна лабораторная работа. Кассета вот такая вот. Maxwell Professional Series, дупликатор Series. Эти кассеты интересны тем, что при всем качестве Maxwell они поставляются без футляров, без коробочек. Вот в таком вот виде. Стандартная упаковка содержит 20 штук. Никакого дизайна, никаких наклеек, ничего на кассете нет, только вот на торце, наверное, не очень хорошо видно, вот здесь вот слово Maxwell. И все, качество ленты очень хорошее, как любая профессиональная техника, прочная, хорошая, качественная лента. Кассета 120 минут. Тестирование записи воспроизведения, источник сигнала, андроидное приложение, синусоидальный сигнал от 10 Гц до 17 кГц. Подается на линейный вход. К линейному выходу подключен цифровой мультиметр в режиме измерения частоты. Уровень записи выставлен так, чтобы был 0. Вот, ну, поехали, начинаем. Период 2 минуты. Включаем генератор. Так как к магнитофону подключены наушники, немножко слышно. Слышен тон. И слышно, как тон нарастает. Частота тона нарастает. Долби выключены. Частота растет уже 10 килогерц. Доходит, подбирается к 17. Уровень сигнала на линейном выходе падает ниже и ниже. Это связано, видимо, с заводскими настройками канала пропускания, полосы пропускания. Так, стоп. И смотрим, что получается. Поехали. Режим воспроизведения. С нижними частотами непонятно, в районе там 20-30, там 50 Гц, но это связано еще с наводками на провода.
Ну, видно, что уже частота подбирается, перевалила за 14 кГц, и что-то все равно записалось. То есть это для лент типа 1, это достаточно хорошо. Вот, собственно, все.